Всем привет, вы на канале Темный Рыцарь, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Вальдрюк Легион. Не прошу 32-я часть игры под названием «Как на мотолёк на пламя». Я желаю всем приятного просмотра, дорогие друзья. Сейчас мы должны будем встретиться с информатором из Ребиона, из, как говорится, ну я тип на месте, прикольно, а в общем. Плохие новости от Хэмиша. Его контакт задерживается. Располагайся поудобнее. А, он задерживается. Понял. Ну-ка, сейчас, друзья, подождем мы, пока вебку вырублю. Снова издеваешься над своей лобной долей? Бэкс, ты чё, моя мама? Теракт прямо во время речи директора Альбиона Найджела Касса о новых мерах безопасности. Сделай погромче! Камеры запечатлели момент нападения. Эти кадры могут показаться шокирующими. Без их помощи мы не смогли бы поставить КПП. Берегись! 43-си! Цель справа! Огонь! Прицельный! Прицельный! Лжец! Сраный лжец! Ты убьешь нас всех! Власти пока не сделали заявление, но Касс сказал вот что. Угроза мне и моим людям одно. Мы можем дать отпор мерзавцам. Но жертв среди гражданских я не потерплю. Город заслужил мира. Поверьте мне, если ничего не предпринять, атаки продолжатся. Но нельзя же жить в страхе, опасаясь выйти из дома. Преступникам, террористам, таким как он, можно и нужно помешать. И у меня уже есть план. Пусть полиция и политики отвернулись от вас. Мы будем рядом. Спасибо. Вот о чем я говорю. Пусть Касс станет главным. Да хрена с два. Очередной жадный подонок. Найджел Касс единственный, кому не насрать на этот город. Гад. Эй, ну хватит. Не шумите. Да что за... Охренеть. Скажи мне, что вы встретились с моим контактом, ты и он тут ни при чем. Твой чувак так и не появился, Хэмиш. Изучите местное нападение. И Касс я. Так, письмо Inside Info. В этом замешан. А то ж, камеры, речь, так все удачненько совпало. Надо, короче, чекнуть, что там к чему. Эй, ты не сечешь. Раду в последнее время был сам не свой. Нес всякую хрень, кричал, что кто-то должен остановить Касса любой ценой. Слишком четко все совпало. Касс объявляет о новых мерах безопасности, и тут на него нападают у всех на глазах? Да ладно. Надеюсь, вы правы. Я Раду не слетел с катушек. Надеюсь, твой дружба не слетел с катушек. Это очень будет плохо. Если Хэмиш, твой друг, слетел с катушек, то это будет полное дерьмище. Найджел Касс, друзья. Сука, еще тут ублюдок, а мы его убьем. Так, мне нужна машина. Только нормальная, конечно, машина, не всякое дерьмо. Так, ну тут пока машин нормальных на самом деле нету, а... Как же я, друзья, жду DLC-шку, когда можно будет поиграть за Эдина и Пирса, реально очень хочу. Мне очень этот герой понравился. Я, конечно, не всю компанию, ну, прежде как первый прошел. В то время просто у меня комп особо был не очень хороший. Но, друзья, реально, игра очень классненькая и интересная. Вот, друзья, вот это нормально, это чил, я понимаю, сука, где моя и хакерша? То, что доктор прописал. Друзья, еще раз вам всем желаю приятного просмотра. Надеюсь, я это говорю первый раз. И спасибо, друзья, всем за поддержку. Вы классненькие, суперские. Сейчас, друзья, мы все узнаем. Чудо как, ну я думаю, это Касл все подстроил заранее, сука. Он знал, что это будет, а? Чтобы люди начали опять ему снова доверять, а? Конченый ублюдок, а? Он реально конченый ублюдок. Ему вообще на самом деле людей на людей насрать. Он жадная ублюдская тварь до власти. Ну, в принципе, как обычно. Ничего даже новенького. Очередной ублюдок наподобие нулевого дня или Скайварсона. Эта тачка реально неплохая. Мне нравится, она прикольненькая. Вот это чего реально мне очень нравится. Угу. Так, друзья, мы почти подъехали к цели. Сука, блин, надо же было, хоть человека не сбил, уже радуйся. Тоже неплохо точил, а? Но это мне... О, еще точка неплохая, нифига себе, сука. Когда машина не нужна, мне тут тоже тут же, друзья, появляются классные тачки. Как тачка нужна, так всякое дерьмо дают. Так, друзья, надо аккуратненько припарковаться вот тут где-нибудь. Здесь было совершено нападение на Найджела Касса, но... Сюрприз-сюрприз, его личный отряд уже почистил улики. Ну так ёп, было бы мне что скрывать, я бы тоже подорвалась, ага. Мутная херня. Пожалуй.
Если хочешь все разузнать, я могу воссоздать сцену в дополненной реальности. Твою мать, ты издеваешься. Так, Бегли, ты прям реально заруливаешь. Сука. Здесь есть 3-транслятор сети ОС. С него я смогу получить нужные данные. Блюдок, а. Вкурила. Давай, сука, давай. Я, блядь, ничего не делал, сука. Я просто спокойненько шел, этот мудик ничего сделал, а. Ты блюдок, а. Да хер тебе, сука. Тупая мразь, блин. Друзья, спокойненько иду, никого не трогаю. Тут начал, сука, напал на меня. Конченый маньяк, а. Честное слово, друзья. Маньячиво. Еще раз, друзья, всех поздравляю с наступающим Новым годом. Друзья, желаю вам счастья, здоровья и всего-всего-всего лучшего. Ваш покойный слуга. Димон Покемон. Да, сука, да еб твою мать, Димон, ну что ты делаешь, а? Опять махаться придется, а? Ну ладненько, друзья. На том еще и шли. Сука, опять я по оружию получил, блин. Только по такому красивому личику, блин, жалко получать, а. Жалко, а. Эй, какого фига? Сейчас. Ну, вот это я, сука, понимаю, заколебали мудни тупые. Так, аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Так, тебе можно от помехи? Ага. Нет, сука, спиди, ты с первого раза вырубил, да? Чтобы восстановить события в дополненной реальности, мне нужны данные. Окей, окей, Бэйгля, сейчас все будет. Сейчас, друзья, узнаем. Кто же. Мне кажется, скорее всего, это наш указ, друзья, все сделала. Значит, тот ублюдок конченый. Этого должно быть достаточно. Вернись на место теракта, чтобы посмотреть воссозданную сцену. Окей, окей, Бэйгля. Давай, почему бы и нет, сейчас вернемся. Сейчас, так, надеюсь, друзья, меня хорошо видно. Шапочка моя новогодняя тоже видно. Да пофигу на твоих ваших дебилов. Так, давайте, друзья, воссоздаем реальность. А, вот так вот сделаю лучше. Вот так вот. Так, 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 так. О, вот что как было, друзья, видите, да? Охереть, да, машина как летела, офигеть, а. Так, так, так. Ого-го-го-го-го-го. Твою же мать рождения. Смахивает на протерроризм. В смысле, как идеология и род деятельности. Вы заколебали, а? Ну а Кай, у этого кретина были крутые пушки, и чё? Задолбали, блядь, умы. Шуршим тупые. Дальше. Так, изучите улики на место нападения. Ага. Ну, сука, опять махаться. Ну, давай, сука, махаться, давай. Сейчас. Заколебали тупые бионовцы, а? Честное слово. Вот так вот, сука, моя агентша все умеет, а так, анализ. Это, сука, заколебали, мешают дебилы, а, улики изучать, а. Так, 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 так. Ага, вот что как. А, это вот, тоже, там же это стоял. Сбери черты лица с базой данных, и вот он, Раду Флорин. Сотрудник Альбиона был на хорошем счету, пока не попытался переехать своего босса на грузовике, нашпигованном взрывчаткой. Раду? О, черт! Это же он навел меня на проект Фемида. Он мой контакт в Альбионе. А, то есть это было реальное убийство. Ну, то есть попытка. Короче, не кассовская постанова. Что Раду такое раскопал, что заставил его пойти на отчаянные меры? Давай дальше, Бэкс. Как интересно. К ходовой части грузовика прикреплен черный ящик. Как в самолетах. Заколебали вы уже, сука. Сейчас убью тебя. Я сейчас убью, реально. Давай, сука, иди сюда, я пока сегодня добренький, я не буду убивать. Но, сука, ту я, наверное, убью, если у меня будет стрелять в меня. Давай, давай. Подожди, дай добить его. Вот, спасибо. Тупой дрочило, альбионовский. На тебе, сука. Ты почему не сработало? О, хрена. Типа он крутой капитан, на него не срабатывает? А вот это, сука, сработало, ублюдок конченый, а. Так, дальше, куда дальше, ага. Все-таки, друзья, информатор Хэмиша, друзья, все-таки совершил это нападение, так сказать, на этого дебила, на Джо Касса. Но неудачное нападение, жалко, конечно. Ну, мы, друзья, в принципе, его убьем, поэтому все хорошо. Так, дальше. Ого, как машина летела. А дальше куда? А, вот, точно. Сейчас, друзья, зарычатка. А, черный ящик. Вероятно, я смогу отследить черный ящик. Эти видели как? Класс, класс, класс. Супер. Само собой. А помимо этого, я буду прослушивать переговоры Альбиона и делать сотни других вещей, которые вы не оцените. Вау, 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 видели как классно летит грузовик. Интересно, за что он так сагрился на Касса? Люди Касса идут против него, это лучшее время действовать. Смотрите, как классно, классно. Вау, видели как он супер летит, да?
А как, вырубли боковую? Во... Судя по радиопереговорам Альбиона, машина доставлена на место теракта на ТНМ. И что еще более странно, ого, вместе взорвало с ней и тело Раду Флорина. Чё-чё-чё? К кратеру ТНМ? Охереть. Там они координируют восстановительные работы. Звучит весьма туманно. Стоит все разузнать. Это просто свалка, верно? Там исчезают все проблемы, от которых они хотят избавиться. Найдем машину, найдем Раду. Согласна. Так, ага. Тачка, конечно, у меня уже не совсем хорошенькая, но все равно. Так. Так, да не, друзья, мы дальше продолжаем еще миссию выполнять. Так, ага. Так, Найджел, который выжил. Вот, друзья, в скобочках 32-я миссия называется Найджел, который выжил. Ага. Сейчас, друзья, все будет. Вот, сейчас, друзья, забудем выключить вебочку мою. Угу. Друзья, 32-я миссия еще не завершена. Просто, друзья, напишу в скобочках Найджел, который выжил. Вот и все. Так и будет, друзья. Так, давайте. Так, я уже запутался со всем этим. Так, свалка. Свалка, в принципе, находится недалеко. Найджел. Жалко, конечно, что он выжил, честное слово. Но, друзья, мы его потом все равно убьем. Либо посадим в тюрьму. Скорее всего, мы его убьем, друзья. То Найджела дебила. Жалко, что в роду ничего не получилось, а. Сука, реально. Хотя бы ранил бы этого дебила. Уже было бы хорошо. Ой-ой-ой, какая же тачка классненькая, все-таки реально классная. Мне нравится она. Точила просто шики-пибару. Я имею в виду шики-пибару, друзья. Так, друзья, я почти доехал. Немножечко просто пропустил. А, нет, я тут не поеду, друзья. Обидно. Ладненько, мне хочется перестать объезжать. Так, где у нас тут еще проходик есть? Ой-ой-ой-ой! Никого не сбивай, Димончик. Молодец, Димон. Угу. Так. Тут нигде больше места нет проезда, да? Я на месте взрыва на ТНМ. Это типа сюда пригнали грузовик из Финсбери? Да, только мы не знаем почему. Позырим, что там. А, друзья, тачку тут оставлю, получается. Дальше некуда ее брать. Вот тут припаркую. Хотя, конечно, с меня парковщик дерьмовый, даже тачку уже разбил, все. Обидно, конечно. Да все хорошо, не но я. Да, друзья, тут офигенно, капец, какой тут был теракт, друзья. Тут прям конкретно. Надеюсь, я не погибну. Уф, такое чувство было, как будто я-то падаю, а. Честное слово. Охереть, друзья, тут реально капец какой взрыв произошел, да? Тут прям охереть теракт, а. Тут не знаю, сколько надо было заложить взрывчатки, чтобы это все разрушить, бля. Так. Угу, так. Вырубайся, придурок. Так, ты поспи у нас. Ты дура тупая, работаешь на Альбион. Давай, спи, сучка крашеная, рыжеволосая. Молодец. Так, здесь сейчас послушаем аудиозапись. Хочу. Запиши. Взрыв на ТНМ дает нам отличную возможность. Когда место будет в нашем полном распоряжении, у нас появится хорошая точка обзора и возможность замести следы некоторых рискованных операций. Опять заколебал. Так, это ублюдок тупое. Поспи, друзья. Занести следы. Ага, и рискованных операций. Суки, а. Какие же они ублюдки все-таки, а. Так, куда мне вообще идти надо? А, вон грузовик, а. Так, ну тут я уже был, друзья. Так, я думаю, что делать с ними дальше? Убить, не убить? Ну, честно говоря, друзья, я, наверное, убью, скорее всего. Но не хочу париться с ними. Я, конечно, могу и вырубить, на самом деле. А, ты уже понял, что это девушка. Ну, уже хоть что-то радовать. Так. Боже, что за... Маленька, тебе, сука, повезло сегодня, ты будешь жить, а. Маленько, друзья, я почти подошел к нашей цели. Сейчас, друзья, мы всю информацию узнаем. Надеюсь, меня сейчас реально хорошо видно, хорошо слышно. Да не парься, я не буду тебя вырубать. Ты мне не нужен, а. Так, о, взаимодействие. ВИН и регистрационный номер совпадают. Финсбери использовали именно этот грузовик. Видеорегистратор не выжил. Но местные камеры записали часть звука. Стоит послушать. Давай. Послушаем. Боже, как он обгорел. При взрывах так бывает. Черт, видел его в лаборатории. Вы знакомы? Не, а если бы были, я бы помалкивал. Смекаешь? Я обнаружил несколько оптиков без признаков жизни владельцев. Один из них может принадлежать водителю. Зашибись.
Так, найдите этого водителя. Окей, окей. Хорошо, хорошо, сейчас найдем. Так, только перехват. А, он, сука, убежал, да? Отжимудень, а. Ну-ка, дверь откроется, дверь не откроется. Так, помехи устраиваем тебе, сука. Тупой альбионовец, а. Поспи, тупая тварь. Сейчас, друзья, я быстро сделаю, чтобы дверь открыть, чтобы я потом спокойненько нормально свалила. Сейчас, друзья, я все сделаю. Так, теперь сейчас точно нужно нормальненько сесть, но чтобы достойно было, нормально меня видно. И это самое главное, друзья. Чтобы меня было видно. Так, друзья. Блин, не знаю, чем, конечно, закончится наша эта миссия вообще, но интересно, а? Друзья. Ого, где находится труп? Офигеть, а. Ух ты, какой гробик, а. Не, этот труп слишком труп. Вряд ли это был он. Да, судя по состоянию трупа, этот человек погиб. О, примерно во время взрыва на ТНМ. Ого, ни хрена себе. Видите, какие здесь современные гробы, да? Офигеть, блин. Я в ахере. Так, то есть я тут я уже был. Аудиозапись я слушал. Так, контрольку, перехват. Пускай гости. Так. Следующий получается вон где, ага. Ясненько. Так, друзья, перехват. Ох ты, сука. Ты сама, сука, начала меня стрелять, а? Тупая ты мразь. Сейчас, друзья, их быстро убью. Хрен, сука, нельзя мою, нельзя Геншу. Сука, я больше не хочу в тюрьму, чтобы сажали мою Геншу. Так, давай. Давай. Есть, сука. Эй, ты о чем? Ты кто? Ах ты, сука. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Ты там что там вообще охренел? Заколебал, сука, тупой пулемет, а. Я сам, сука, со всеми ними разберусь, а. Одна бомба, заказ принят. А вот хрен тебе, сука. Это, то есть, намного интереснее, а. То есть, сука-то с ними, сука, нахер надо, а. С этими дебилами, а. Вот, видели, друзья, двоих сразу вырубил, сука. Ух, это пидорас жесткий, а. Какого взломать-то не могу, почему-то, а. Как я не могу его взломать? А, вот. Так, друзья, где еще пидорасы остались, и никого больше нету, а? Не нравится, друзья. Ракеты, охереть, а? Так, вроде бы больше цели нет, да? Так. Цели больше реально нету. Прикольненько, да, друзья? Может, любой альбионовский грузовик. Охереть, сука, ебать твою мать. Прикольный дрончик, а? Не бы такой бы себе. Ладно, друзья, пойдем дальше. Будет бузить, друзья, мы его уничтожим. Вот это, друзья, нормально с ней не поговорил, да? Что заколебались, дебилы меня уже. Боятся, прятаться, нафиг надо. Нам же нет, нам же не нужно в этой миссии построиться, правильно ходить, не нужно. Можно спокойненько налево и направо всех убивать. Так, сейчас, друзья, мы подойдем. Скорее всего, это, друзья, и будет наш друг. Друг, так сказать, Хамиша. Да, жалко, конечно, что у него реально не получилось убить Наджева. Но... В принципе, с одной стороны, если он убил бы его, тогда бы миссии бы не было бы. Ну, если так судить. Но, скорее всего, он будет точно. Эй, это вроде наш. Да. Обгоревший. И не так давно, ага. В голове поврежденный металлический объект, который, возможно, некогда был оптиком. Хе-хе-хе, Бэкс, я же знаю, ты потянешь. Я скачиваю все, что возможно, из облачного хранилища. А тебе рекомендую покинуть эту область. Охереть, копы устроили тут склад мертвяков. Если вспомнить о том, что на месте взрыва постоянно находят тела, все становится вполне логично. Убивай кого хочешь, и никто не заметит. Это да, я с тобой, Бэгли, согласен. Так, тут нужно где-то паучка пустить, а? Чтобы взять навыки, а? Так, ну, в принципе, где бы? Вот где бы? Так, и, в принципе, паука я все равно не пущу. А, вот, друзья, где можно паука пустить, а? Жалко, что у меня нету паука. Так, где я могу паучка взять? Не могу нигде, да? Так, обидно, а? Зараза. Маленько, друзья, свалим отсюда, а? Так, тачку свою я просрал, она на мосту у меня находится. Так, вот, друзья, место, я специально же дверь открыла, чтобы можно было чего свалить, а? Не просто так. Ой, друзья, прикольненько этих сук я поимел, а? Сука. Давай, ага.
Они здесь спокойненько вышел, бах, все нормально, он а? Он запустил их, мам. Так. И никто об этом не знает. Люди думают, что их защитят, но ему не это нужно. Ему нужен контроль. Он хочет следить за нами. И это еще не все. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Правосудие. Дроны, фемиды. Злая шутка. Проект был мертв. Но его команда смогла создать обновление, активирующее перезагрузку системы. И ты не любишь все эти сложные слова. Я этого не допущу. Его смерть спасет всех. Мама, я собираюсь сделать нечто ужасное. Люди скажут, что это ужасно. Если бы они все знали, возможно, все было бы по-другому. Меня не сочли бы монстром, но я хочу остановить монстра. Если бы у тебя был шанс предотвратить нечто ужасное, убив кого-то, ты бы не убила, если бы знала. Прости. Я люблю тебя. Капец, а. Бессмертная голосовуха. Ёб твою мать. Чё за жестяк? Дроны фемиды в космосе? Ща их как заапгрейдят, и эти сраные железки такого наворотят, хер исправишь. Может, на это уйдут месяцы, но Касс вернет проект к жизни. Если мы не уничтожим дронов. Бэкс, дружок, не осталось ли у тебя в памяти что-нибудь из удаленного в Тетис? Может, хватит на реверс-инжиниринг и создание годного апдейта? Даже лучше. Я могу создать вирус из имеющихся данных. Чё-чё? Ты заныкал копию фемиды? Нахера, Бэкс? Я его попросила. Нет смысла уничтожать данные. Кто знает, что может пригодиться. Ну, и как нам это использовать, чтобы заразить дронов? Центральный узел связи Альбиона находится на Тауэрском мосту. Загрузим вирус туда, и все дроны его подцепят. Погнали! Так. Угу. Так, друзья, все. Наша 32-я миссия вообще-то завершена. Так, следующая миссия будет спасти от самих себя. Ух ты, прикольненько 33-я миссия, друзья, будет, а? Классненькая. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. И самое главное, друзья, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока! Вы лучшие, вы классные, учился со всеми вами, познакомился, друзья. Еще раз скажу, 32-я миссия по счету... сейчас точно нормально скажу. 32-я миссия по счету под названием... Блин, как материк на пламя, и в скобочках из-за букв называется, другая миссия называлась. Завершена! Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем, друзья, пока-пока, вы классненькие! А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось.